6 равно 1122. Гениально! Ой, куда это я полетел? А где парашют? Какие ж пришло время мести. Вонючий вертолет. Всем привет! Сегодня будет битва строителей Терминатора. Так как под видео с Терминатором без тортика мы набрали 1000 лайков, и на 1000 лайков я обещал сделать битву строителей на тему Терминатор. И вот она. Давайте я вам объясню, какого Терминатора вы можете построить. Вы можете построить, как у меня, которого так облепил все. Можете сделать костюм на персонажа, как это выглядит у Терминатора. Короче, все на вашу фантазию. Можете разбегаться в разные команды и начинать. Сделайте костюм боевым, потому что будет в конце битвы Терминаторов. Как обычно, мы начинаем с салюта, и после него вы начинаете строить. Я засекаю 2 часа и запускаю салют через 3, 2... 1-0. Все, вы можете начинать строить. Прошли 20 минут, и я начинаю смотреть, что получается у подписчиков. Ну и у меня. Памперс и It Cold собрались в одной команде, и я посмотрю, что у них тут выходит за терминаторы. Это похоже на гномика, знаешь, вроде бы. Или кто это? Плюс Стив, плюс Гномик. А, Стива Гномик? Да. И это Терминатор, боевой робот. Ты... Потом оружие будет. А у тебя это вот что такое? Вот смотри. Это киборг-убийца. Это ты сделал за 20 минут? Мощно. Да. У него еще X3 шляпа. Ого, а зачем такая большая? Такая мода. А, понятно. Ай! Такая мода. Там один плохой челик по мне стреляет, поэтому мне придется его застроить блоками. Это была черная команда с Памперсом и It's Cold'ом. Сейчас мы идем в следующую команду, к Удамиру. Удамир строит терминатор. Он сделал себе вот такой вот мощный бронированный шлем, где видны только его глаза. Знаешь, я могу? Так хочу сделать. Окей, сделай. Кот, покажи, что у тебя получилось, раз ты сюда пришел. Ну я по виду времени хотел сделать костюм из... Ой, костюм из хлеба, но я решил все-таки... начать строить гигантского кибернуба. Оно будет живым? Да. Такой кибернуб, он точно в битве, наверное, победит. И внутри будет типа стены шумоподавления, и внутри будет там... И внутри, люди! Конечно же, надо... Так как в конце у нас будет битва, готовьте мощные противотанковые оружие, потому что тут огромный нуб будет нас всех сметать на пути. О, это что за кнопка? Надо миллион для кнопки. Какой миллион? Это ничего. Сейчас мы идем к Акишу, который у нас строит терминатор. Красная так. Кнопка, а под ней динамит. Гениально! Пьем воду. Ага. Я иду, подожди. Ты строишь зайца терминатора из... Ну, погоди. А, вы можете построить какой-нибудь кролика или курицу и сказать в конце терминатора, и это будет терминатор. Не, ну... Ну, ты я там, знал, да. Погоди, там, и там был такой этот робо-заяц. Да, он вообще жесткий, его голова непробиваемая, он вообще... Ну, это ну, очень вот, прикольно. Я его строю. А, доделывай. И сейчас мы идем к легендарному сметанке. Но раньше он был злым гусем. Здрасте. Какая красивая анимация ходьбы, это будет очень эпично. Молодец. Вджик, вджик, вджик. Это он плавает, типа, наверное. Но это были все постройки, кроме моей, конечно. Я делаю ухо терминатора. И пока что все, что у меня получается, это вот такая пушенция, которая будет вылазить из моего костюма сзади и будет уничтожать все и вся, особенно тех огромных роботов. Но это пока что все, что у меня тоже есть. И мы вернемся через 20 минут. Прошли 20 минут, и я начинаю смотреть, что получается у нас. Так, Памперс сделал меч и пистолет. Покажи свой меч. Вот. Вот такая вот катана, которую можно держать и драться. Во, прикольно выглядит. Он, кстати, взрывается, если попасть. Он взорвется. Ой. Ё-моё. Вот так он взрывается. Да, это пистолет. И сам терминатор. А почему ты его так и не доделал? Да я не знаю, что тут еще добавить. Не знаю, что ли, декора, механизмов добавь. Ну, это постройка Памперса, а вот постройка It's Cold'а. Это что за огромный терминатор? У него двигаются ноги, а он будет воевать? Он должен быть да. Боевым. И у можно него ему... будет большая пушка. Это все, что получается у нас в черной команде, сейчас я иду дальше. О! А вот у кота, в принципе, нормальный такой боевой нубик. Реактивация этого механизма выдвигаются... Куски теста?
И эта булочка взрывается. Может пуляться всякими вещами. У него внутри болтается газировка. Вот, видите? Вот он пульнул вот этой вот палочкой. Скоро он может пульнуть вот еще палочкой. Это вот что за... теперь столом. Теперь колой. А почему он всякий хлам выбрасывает из себя? А зачем сзади ты поставил тесто от шаурмы? Вот я вот активирую тесто, оно может меня защищать. А так-то у тебя вот такой огромный терминатор нубик, и это все, что у тебя сделано. В общем, прошло уже 40 минут, и ты построил такого терминатора. Рядом с тобой тут стоит Лудомир, который делает на себя костюм, который будет задвигаться при помощи поршней. В прошлый раз у тебя был только вот этот шлем, руки, ноги, а сейчас ты уже делаешь механизмы, чтобы они на тебя задвигались и получался костюм. Это... Когда ног не было, когда ты приходил. А, ног не было. Акиш, как уже говорил ранее, строит зайца-терминатора из «Ну, погоди». И ты сейчас добавил такой сбоку пистолет и также его... Кстати... Да, я уже заметил по звуку. Надо его потише ставить. Просто интересно, сколько тут пушек? 30. 30 пушек? Ты с одного выстрела, наверное, снесешь того огромного робота. Но это не факт. Я на это рассчитывал, как бы, 10. Ай, больно, хватит стрелять. Все, я пошел в розовую команду к сметанку. Строит гуся терминатора. В прошлый раз ты показывал, как у тебя работает красивая анимация ходьбы этого гуся, а сейчас ты уже делаешь тело и раскрашиваешь его. И даже крылья. Ничего не покажешь, как он работает? Ну, надо подождать немножко. Значит, в следующий раз я уже увижу, как у него махают крылышки, и он ходит, вероятнее всего. Вот такой у тебя гусь-терминатор, и я сейчас иду в свою команду. Я работал все это время над механизмами, сделал так, чтобы моя пушка могла не просто стрелять одним маленьким снарядиком, а стрелять как пулемет огромным количеством мелких снарядов и уничтожать больших роботов. И это почти что все, что я сделал. Также я добавил еще одну маленькую часть. Прошли 20 минут, я начинаю смотреть, что у нас получается. Первый, кому я пришел, это Какиш со своим терминатором. Я вижу огромные-преогромные руки, а зачем они тут? Смотри, первая рука будет сплющивать человека в пол. Ага, а это? Это будет давать жесткий чиповах. Ну да, так надо избавляться от больших роботов. Сейчас я иду в синюю команду Коту и Людомиру. Что там лагает? Какой-то ядерный коллайдер делает, а? Сейчас я пришел к Коту и Людомиру, и мне сказали читать все таблички, поэтому надо 1 000 000 лайков для кнопки. Ага, понятно. Это вообще-то рычаг, а не кнопка. Сначала мы, наверное, посмотрим, что у нас тут добавилось у огромного твоего робота, Кот. Внутрь? Да. Залазаю. Ух, сядь на кресло. Сажусь. Сейчас он упадет. К примеру, какая-то экстренная ситуация. Нажми на рычаг. На какой рычаг? Ай, это не рычаг нажал. Нормально. Ой, у меня кресло отцепилось. А, я полетел. Оно должно отцепить? Нет, сейчас произойдет то самое. А-а-а, что это было? Это было круто. Сначала у меня... Сначала я катапультировал мое кресло, потом у меня включился парашют, и потом я упал. Так, а что у нас тут у Людомира? Ага, он доделал свои механизмы того, чтобы одевать свой костюм. Одевай. Ты посмотри, сколько у него тут пушек. Много. Очень много. От первого лица очень круто смотрится. А я не вижу, что у тебя там от первого лица. Ладно, это... Ай! Это была синяя команда, и сейчас мы идем к Памперсу и Итсколду. Я пришел к Памперсу и Итсколду. Я вижу, что тут уже идет прогресс, если все взрывается. Памперс, что это у тебя такое? Меня жестко колбасит. Ай, куда ты? Хватит бегать. Я ничего не делаю. Зафиксируй себя, зафиксируй, фиксацию включи. А, у тебя такие красные глаза и написано. I'm by Бэбак, чего? Ты куда там улетел в воду, сейчас упомнишь? А почему все как-то странно написано, вот так, через черточки, через решеточки? Смотри. Ага, понятно. Решеточные еще непонятней. Что у нас тут с огромным-преогромным роботом-терминатором? Вот это, прочитай вот это. Не сидеть даже уху? Почему? Полетел, давай, ты сможешь. Выкуп за кнопку. Ага. 1 000 000. 1 000 000, да.
Да. Знаешь, мне как-то уже достало эти куклы отдавать. Не трогать даже уху. А что я трону? Не трогай. Маленькая пушка. Пушка побольше. Да. Не тыкай, ничего не тыкай. Вы мне робота сломали. Пока что все работают над механизмами, как я заметил, и поэтому пока что у всех не особо так все работает. Так, я иду к тебе, гусь. Как тут у нас поживает робот-гусь? Ага, подойди ко мне. Ого, а чё ты так ходишь как-то странно? Ты чё, хотел меня стрельнуть? Попробуй походить. Хоп, а почему двумя ногами? Огонь. Смотри. А крылышками что может делать? Я же хотел посмотреть. Махать крылышками. Опа, еще так раздвигать, задвигать. Мощный гусь-терминатор. Да я голову еще не доделал. Ну да, делай. И сейчас я иду тогда, наверное, в свою команду, потому что только я остался. У меня бабайка сломалась. Обидно, но не критично. Сейчас я добавил новую способность, это защита. Например, если большой робот на меня нападает, у нас поднимается вот такая вот заледеневшая или магнитное поле, не знаю, как это назвать. И также активируются вот такие вот щиты. Это вся зона, по которой нельзя будет меня пробить. Так что если я буду в опасности или меня окружат, то я могу просто включить эту функцию, и никто не сможет пробить. Но она пока что не очень работает, потому что если я буду сидеть в роботе, то меня будет очень жестко. Я не понял, кто там на моей кнопке жмакает, придется... И мы вернемся через 20 минут. Прошли 20 минут, и я начинаю смотреть, что у нас получается у участников. Первый, кому я пришел, это It's Cold. Он все это время АФК фармился. Кажись, тебе не хватало золота, и ты при помощи моего АФК фарма фармился. Так что у тебя я, наверное, не замечу изменений в постройке, поэтому иду в следующую команду. Так, что тут у Дамира? А где твой терминатор? Я там не сказал. А, ты уже полностью закончил своего терминатора. У тебя тут, получается, вот так вот задвигаются руки и голова. Она у тебя такая красненькая стала, не знаю зачем. Задвигай. Тут надо, пока оно задвигается, навестись на блок сверху и не творить. О, все, терминатора ты одел, и вот так он мощно выглядит. О, какой у тебя терминатор, ты такой, типа, робот-человек, и давай нападай. Не пушками. Нет, не надо. Мне сейчас конец, а то будет. Ай, больно. Нападайте. Моя кепка, как ты посмел, плохой. Все. Смотри, что я с твоим роботом сделал. Нет, мой костюм. Это за то, что ты мою кепку взорвал. Все, пока, а то ты меня сейчас съешь. Я тебя съем. У меня некоторые проблемки. Какие ж? У меня отваливается все. Абсолютно все. Покажи. Так, тогда мне сейчас надо сделать вот, вот такую палку, чтобы она не отлепилась. Теперь оживляем. Теперь нажимаем, набираем массу. Теперь нажимаем А. Да, ясно. У тебя тут работа над механизмами, которые пока что работают не очень. Но я хочу один фокус показать, связанный с хлебом. Ой, лучше не. Смотрите, как разрезать хлеб. Ой, начинается. Сейчас я иду к сметанке, то есть гусю, который строит гуся. Удали, пожалуйста, этот вертолет, который украли. Вонючий вертолет. Да, вот так. О, какое у него лицо красивое. Сразу видно терминатор гуси. Опасный, злой. Попробуй меня укусить, я вкусный. Вау, жестко, давай. Хам, ухо. Даже хвост двигается. Давай фокус покажу. Ух. Давай, фокусы я люблю. На что смотреть? Смотрю на хвост. Смотрю. Он чё, хвостом стреляет? Можно и так сказать. Я сейчас иду к памперсу, который у нас тут что-то делает. Пистолет надеваю. Пистолет надеваешь, молодец. Кожуха, а можно мне меч одеть? Ну, надевай. Вот, отпустите сейчас меня, я пойду. Вот это ты декора добавил. Сделал его киберком настоящим. Он так сделал всякие штуковины. Это, то, все. Даже лазерный луч, а у меня, смотри, какая сабля. Шейник, я так могу всех. Нет, не убивай меня. Смотри, красивая сабля у тебя. Ты где? Вот это у тебя лазерный прицел, мощный. Он тебе не мешает ходить? Попробуй походить, попрыгай. Не, он не мешает, он без коллизии. Крутой лазер. И вообще у тебя робот крутой получился. Такой, ай! Ты зачем мою сабля взорвал? Плохой, все. Но, получается, ты за эти 20 минут добавил декора, и получился вот такой эпичный робот. Ладно, давайте я сейчас пойду к It's Cold. А почему ты мою команду занял, It's Cold, а? Чего у тебя получается? It's Cold.
Я тебя вызываю. Кажись, он спит, ладно, в моей команде. Ой, я, что произошло? Я кота подорвал. Ну ты крыса. У меня ничего не изменилось. Кот, а почему у тебя ничего не изменилось, мне интересно? Потому что я, у меня уже идеи кончились. Я не то, что ты летал и всех взрывал, да? Да. 3, 2, 1, погнали. Начинается апокалипсис. Гуси, я уже иду за тобой. Лиза, помогите. Не попадешь. Быстрый гусь. Клини. Помогите, терминатор ух против терминатора гуся. Забирается на гуся и взрывает ему голову. Эпик. Джейнг. Огонь по гусю. Бах, бах, бах. Все, минус гусь. Сдавайся, я тебя посижу. Отготовиться к выстрелу. Огонь из всех орудий. Что-то непробиваемое и неубиваемое, бабай. Колеса. Колеса. Какие ж, пришло время мести. Какого? Нет, я убегаю. Мне получилось, снесли. В атаку за ухоград. Мне пушку сломали, все, я беспомощен. Давай! Обоих подстрелили. Я подорвал двоих. Ну ты, я перевернулся. Минное поле! А, кстати, мы не посмотрели же все постройки, которые получились. Сейчас мы посмотрим постройку, которая получилась у кота. Это огромный боевой терминатор Нубик с крыльями. У первого, что он умеет, это пуляться. Ай! Ой, ух! Больно. Я съел ухо. Куда я полетел? Чё за фокусы? Нет, я сейчас разобьюсь. Спасибо. Еще что он может? Он может включить режим неуязвимости. Такой вот режим. Почему он неуязвимости? Потому что появляется, так сказать, огромный купол невидимый. Вот такой вот. Ага. И еще у него выдвигаются вот эти вот крылья. Ясно. Полностью защищен. И что он дальше может? Ой, ладно, без ног. Можно катапультироваться из него, только что я катапультировался. А, ну ты мне эту функцию уже показывал до этого. Ой, куда это я полетел? А где парашют? А что он еще умеет? Я сейчас покажу способности на постройке уха. Ах ты. Так, все, я готов. Можешь меня раздавливать. Лети и посмотреть, как я раздавливаю уха. Давай, лезь под мои ноги. Ай, больно, все разорвало. Шесть, тебя сейчас поджарят тут сколько. Ай, нет! Плохой. Вот это ты его закинул! Вон туда, прям в синюю команду, видел? Но твои крылья все равно горят. Памперсы. Сейчас мы будем установить постройку Кокиша. Кокиш у нас построил робо-зайца из мультика «Ну, погоди». И что же он у тебя, интересно, умеет? У него есть пушка на правом плече, и она очень сильно стреляет. Вот я приготовил сейчас как раз для тебя мишени, можешь включить ПВП и попробовать их уничтожить. Хорошо, сейчас уничтожим. Так, включаем ПВП. Расцелились и... Блин, ну я просто... Гасовый. В мультике заяц был более точнее, у него были ноги выдвижные. О, мощный ваншот, ну давай-ка еще одну. Так. Вообще, у тебя там очень много пушек, и ты с одного выстрела буквально уничтожаешь все и вся. Ну, почти все и вся. Да, каких-то бабаек там не можешь уничтожить вот таких. Так, а давай-ка я попробую сделать многослойную такую, отойди-ка. Давай 6. Давай 10. Вот 10 таких же штучек, попробую их сбить. Давай. Ты сбил 9 преград. Одна осталась. Да, было 10, ты сбил 9. Но сейчас она не останется. Нет. Плохой все. Заяц. Ух. Заяц. Ух. Заяц. Ух. Бежать! Подожди, давай я буду мишенью. О, давай. Наводим пуфочку и... Шмок.
Я это запомню, я тебе отомщу. Ой, мне кажется, сейчас надо бежать. Пошло. Какие ж, пришло время мести. Какого? Нет. Ладно, я пойду тогда в белую команду смотреть, что там за робот такой. Я тебе когда-нибудь отомщу. Сейчас мы идем смотреть робота от It's Colden. Не понял, а что тут за бабайка появилась. А, тут бабайка, да? Вот та самая бабайка. Не трогать даже ухо, хонь-хонь-хонь. Получается, это твоя бабайка, у которой есть три огромных пушки, которые невозможно уничтожить, потому что она слишком бронированная. Ой, ты что сделал? Ой-ой-ой. Кажется, ее можно уничтожить. Погнали, погнали, let's go. Бррррр, какая быстрая бабайка. В атаку на таран. Какиша. Бах. Вообще, и сейчас мы идем смотреть, что-то у нас у памперса интересного. Сразу видно что-то мощное, потому что вот какой есть лазерный луч. Дай-ка я посмотрю на внешний вид. Из внешнего вида у тебя тут, ага, вот такой вот робот с различным неоном. И три кепочки или шапочки. А что он умеет у тебя? Очень быстро бегать, смотри. Чё за флэш, блин? Жесть. Ой, высоко прыгать еще? Покажи. Как это сделал? Ты читер, ты читер, ты читер. Нет, я сейчас нет. У тебя читы, я вижу. ТРХ, у тебя в профиле в Дискорде, ты с читами играешь. Это читы. Он читы скачал и говорит, что это его робот так умеет. Он еще умеет крутиться. Круто. А еще что он умеет? Стрелять умеет? Он быстро может, но только если с оружием вот этим. А, вот ты еще оружие сделал. А, это удомер, нет! Спиннер, ух. Получается, это был робот памперса, у которого были читы, он их отключил сейчас. Нет у меня читов. Ладно, сейчас мы идем смотреть, что у нас получился за терминатор у Удамира. У него получился вот такой вот робот с очень круглой головой, который может исполнять все эмоции, и он очень крутой, и вообще у него есть 1000 пушек. Попробуй стрельнуть? Ой. Давай-ка проверим, сколько мишеней ты собьешь. Но. Прямо сейчас перед собой ты видишь где-то, я даже не знаю, сколько мишеней здесь я поставил. Встань вот сюда и попробуй стрельнуть, сколько ты пробьешь. Огонь. А, у меня ПВП нету. Сейчас, погоди, я посмотрю, сколько везде блоков. 1408. Давай, 3, 2, 1, огонь. Что? Ты пробил почти все мишени. Сейчас посмотрю, сколько осталось. И осталось 286. Подожди, я на калькуляторе кое-что делаю. 1408 минус 200 сколько? 286. 6 равно 1122. Разделить на 22. Получается... Ты сбил ровно 51 мишень. Я почитал это. Это самая сильная сила у тебя. Ой. Кажется, тебе сейчас будет конец. На этом будем заканчивать эту битву строителей. Спасибо всем за участие и за просмотр. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. И вот то самое видео, как построить терминатора без тортика. Ну а с вами был Геймс. Всем пока.